Пожалуйста, прошу вас. Товарищ Верховный Главнокомандующий, на первом государственном испытательном космодроме в Архангельской области завершена подготовка к проведению первого летного испытания ракетного комплекса «Сармат». Уважаемые товарищи, я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в полуоголтелой агрессивной риторике пытается угрожать нашей стране.